Всем привет! Меня зовут Андрей, и мне 6 лет. И я в Румынии, и мне в Румынии очень нравится. Я хожу в старший класс. А не класс, а в старшую группу. Я сюда приехала с бабушкой, и с тетей, и с двоюродными двумя братами. Я с Алексом познакомился в румынской школе, где я учу румынский язык, и он мне сильно помогает. И он клёвый друг. Мам, как у тебя дела? Сыночки, у меня все хорошо. А у тебя как дела? Пошел в садик. Чем ты в садике занимался? Стоял и ходил в минскую школу. Сынок, тебе нравится? Да. Я скучаю за тобой очень. И я за тобой очень сильно скучаю. Я люблю тебя очень сильно. И я тебя. У меня гостя уже детки. Привет, Оля! Поиграетесь, да? Да, мы играем. Они из румынской школы. Целуй, мамочка. Понятно. Пока. Ты с ней играешь, сынок? Да. Пока. Пока.